Так, вот у биточка двойная вершина. Сейчас смотрите, в гугле вбейте. Там на графике две вершинки. Ну, там видно, что вершинка была на 40К, и сейчас у него вершинка говно ниже. То есть к 40К он уже не поедет. Это я уже видел такое много раз. То есть импульс затухает просто-напросто. Ну, все, пизда. Дальше будет он плавать там вот так вот. То 37, то 31, то 25 может быть. То дальше может и ниже пойти, да. Ну, как бы это все будет не сейчас. То есть он не быстро ёбнется, естественно. Потому что, блять... Все сейчас ждут, что он 50, 100К, но этого не будет нихуя. Должна создаться паника. И вот киты будут создавать панику эту, да? Сейчас пока рано ее создавать, они не будут ничего делать. Сейчас просто он сам сползет там сколько-то, да? И когда он перестанет сползать, да, ну, автоматически, то сейчас он автоматически будет сползать. Просто потому, что нету там новых вершин, да. Ну, это очевидно. Даже нету нихуя, блядь, ни 50К, ни 100К нету. Все, люди поняли, что дальше нихуя, и они будут выходить потихоньку. Естественно, не за день, не за два, не за месяц. Полгода где-то будет вылазить, может, даже год из него. Самые стойкие, я говорю, года два надо ждать, чтобы все вылезли оттуда, да, из него. И киты будут помогать, чтобы они, ну, оттуда вышибить их оттуда, нахуй, с битка. Пидорасов этих, которые засели там. Вот. И ты такой красивенький, вот мечтаешь в лошадь, да, там 10 тысяч ты бы купил, блядь, в 2008-м. Так и, блядь, создай себе машину времени, пиздуй туда, блядь. Долбоёб, сука. Ну, даже по 3500 бы ты взял, ну и чё, блядь. На свою десятку ебаную, блядь, рублей. Пиздец. И чё дальше-то? Ну, 100 тысяч ты бы получил, и чё дальше? Что бы ты дальше делал с этими 100 тысячами? Ну, купил бы ты себе комп. Ну, что дальше, блядь? Сука, квартиру ты не купишь, нихуя не купишь, блядь. У тебя жизнь никак не изменится вообще. Это хуйня все. Понимаешь, что ты идиот, блядь. Ну, даже если бы ты 100 вложил, миллион бы слутал, ну окей, там бы ты пожил бы, да, там, не знаю, ну лет 5 бы ты пожил там реально, там, блядь, как, не знаю, всем бы говорил, там, какой-то крутой, блядь, а на деле у тебя этот миллион, он заканчивался постепенно просто. То есть, блядь, чтобы не заканчивалось, нужно дохуя вложить и дохуя там ждать и дохуя иметь еще кроме этого миллиона, блядь. Короче, как вот Светов, да, у него денег уйма, он просто там купил биток, там просто, блядь, на похуй. Да, блядь, заебала эта, сука, кошка ебаная. Это как МММ, короче, я же говорю, это МММ, блядь, сука, блядь, ебанат, блядь. Он сейчас, допустим, ёбнул 35, а, блядь, через 2 года он станет 3500. Это не доллар, который постоянно цена у него одна и та же, да? И только выше. Нихуя, это не доллар, блядь, это говно. Да, он там минимум и тоже обновляет, но они обновляются там на хуйню какую-то. То есть его цена там 3500, да, сейчас. Ну, сейчас, то есть, блядь, в смысле, его минимум был 3500. Вот это его цена настоящая. А ты докажи, что нет. Потому что, а почему он падал к ней тогда? Почему он туда падает, блядь, сука? Потому что это говно, сука, пирамида. Надувающийся китами, сука, блядь. И почему ты тогда в МММ не вложился? 2011-е она работала охуенно. Там люди деньги гребали, реально гребали, я видел. Сука, там квартиры покупали, блядь. Это не пиздёж был. Многие школьники думают, что это был пиздёж, это все там постановка, долбоёбы снимали. Нихуя, там реально люди сняли деньги. Здесь та же хуйня.
проигравших тоже дохуя здесь. То же самое, то есть. То есть люди проигрывают, то есть 95% людей проебало, а какой-то 5%, да, выиграло, да? Одно и то же абсолютно. Или что ты там в 94-й МММ не вложился, блядь? Вообще в идеале вернуться там назад в прошлое, да, и вложиться в 94-ю МММ в начале, да? Там что-то типа я читал, там, короче, в 100 раз, по-моему, рост был. То ли акции, то ли хуй знает, я там не понял, то ли билеты какие-то были. Я сам даже не помню. Я помню, что была эта хуйня, но, блядь, я нихуя не помню деталей. Рекламу так смутно вообще помню, как в тумане что-то вроде было, а хуй знает там. Естественно, никто из моих родственников в нее не вложился. Вообще ни копейки. Ничего вообще никто. Ни дед, ни никто вообще. Всем похуй было. Потом всякий русский дом силинга, еще какое-то дерьмо, Хопер Инвест, вот это дерьмище тоже появилось, и в него тоже никто не вложился. Ну, из родственников, я не помню такого. А в идеале вложиться, да. А вообще я читал, что МММ, это она вообще в 93-м появилась, вроде бы. То есть там тоже были цены вроде как вообще копеечные. А просто в 94-м они все узнали. Она не полгода существовала, а раньше еще. Только я не понял, в каком виде, что там было за хуйня, я не понял. То ли там на рынке они торговали, то ли что, хуй его знает. Так вот, вернемся к биточку. Биточек — это, ну, такая софт-пирамида сейчас. То есть это такая же МММ, как и раньше была, да. То есть я вот недавно это понял просто. Вот буквально хуй знает. Ну, вчера или позавчера я понял, что это пирамида реально, то есть это пирамида наших дней. И, блядь, и просто в нее надо вкладываться на низах и выходить на верхах, и все. Пиздец, сейчас вот нужно ждать просто низа, нахуй, и все, блядь, никаких подводных нет. Но есть, конечно, шанс, что она обвалится, реально обвалится, есть такое. То есть реально может быть такое, но типа хз. ХЗ, когда это будет и все такое. Я верю, что у него еще будет как минимум 3 подъема-падения, да. Потому что люди еще очень мало об нем знают, да. Там тоси-боси, хуй на тросе, блядь. Ну, много еще, как его называют, потанцевало очень много у него. Реально, то есть он может миллион стоить, реально, я верю в это, может такое быть. Ну, такая пирамидка, она довольно долгоиграющая. Ну, вот, поэтому низы там можете ловить и как бы... Но дело в том, что, опять же, у вас денег сколько на это говно вы способны выделить? Вот тупо подумайте над этим. И сколько, блядь, как бы сколько вы готовы, ну, ждать там, да. И на какой моменте вы можете, ну, дождаться, какого момента. Вы может, на x2 уже сдриснете, то есть у вас ручки затрясутся, да, и вы просто сдриснете оттуда. Чтобы не сдристывать, нужно сумму ложить такую, которая, блядь, вам похуй будет на нее, да. То есть вложили и вложили, все. Все, пиздец. А опять же, для вас это какая сумма? 10 тысяч рублей? Ну, это смешно, как бы, хз, блядь. Ну, комп вы купите там, да, пообновитесь, блядь, PS5, блядь, то все. Даже 3 игры купите, там, не знаю, 4, блядь. Штанишки себе купите, ну и что дальше, блядь? Ваша жизнь от этого поменялась? Да нихуя, блядь. Все будут видеть, что вы, о, где-то что-то там, о, это какой-то успешный, нихуя себе у вас там. PS5, блядь, комп новый, новые штанишки и чё. А на деле вы уже все, у вас нету ничего больше. То есть вы купили, у вас больше денег не осталось, нихуя. Охуенно, блядь. То есть у вас-то началась уже депрессуха, а люди видят еще вчерашний день. Короче, пиздец.
То есть, ну, короче, это хуйня все, я так думаю. Если сглашивать, то вы должны понимать, что это должны быть суммы, ну, даже, ну, 100 тысяч x10 сделай, да, вот от 100 тысяч. Ну, миллион у тебя будет, окей, ты поживешь, да, там,